Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Итак, всем привет. Меня зовут Денис, вы на канале Фреда Весплей. Мы продолжаем играть в игру под названием Little Hope. Маленькая надежда. Это идет трилогия, даже четрилогия, что ли, получается. Короче, есть, как сказать, группа игр одного производителя, разработчика. Это называется темные картинки, и от них идут, короче, всякие отвлечения. Так, тут. А тут мы видели? Вроде смотрели, да? Или нет? Да. Что мы сделали, куда шли? А, кстати, это пятая серия, кажется. Мы, получается, разделились на две группы, и мы потеряли Анджелу. Да, о, кошка. Анджела тю-тю. Хрена себе, кошка. Нас точно преследуют. Эй, вали отсюда! Не приближайся, ясно? Блять, что это такое? Бежать, спрятаться. Давай бежать. Ну, бежим! Давай бежать. Бляха, шмелюха. А ты быстрее бежишь, да, чем она? Прекрасно. Ой. Нафига ты смотришь, я не пойму. Тебе что, в прикол надо смотреть? Мне тут все вообще не в кайф. Да ты вообще дёр отдал. Ой. Ой. Ты что, такой быстрый? Рекордсмен. О, право как думаешь. Я думал, левая постоянно будет. Офигеть, как ты перебираешься, не пойму, через это все. Что такое, я ж нажал. Он прыгнул вообще, летит. Шея передавлена и поломана. Обалдеть. Что тебе вечно пальцы загинаются? Да ё-моё, сколько бежать? Наверное, надо было спрятаться и голову не морочить. Блин, появляются каждый раз в разных местах. Как нечестно. Ух ты. Ух ты. Шевелись, ну! Все, в туман улетел. Ой, бля, муха, капец. Какого хера? Слышали? Это Тейлор? Тейлор! Это вы там! Скорее к церкви! Бегом! Привели вести чека. Эй! О, а вот и пики. Ну же, скорее! Вот они, пики. Эй, бегите! Давай внутрь! А что, он не видит? Тварь прямо за вами! Она за вами! Какого хрена ты делаешь? Сдурели? Вам что, жить надоело? Надо было мужика стрелять. Походу, надо было мужика стрелять. Где Анджела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Курс изменен, ты видел? Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы, все заблокируйте. Черт. Давайте, здесь нужна баррикада.
Походу, она была реально мужика. Мужика стрелять. Я думаю, один раз просто нажать, все. Эй! Эй! А он ее не видит, ты не поймаешь? Что этот старый дурак там до сих пор делает? Старика крыша съехала. Он идет за нами. У старика крыша съехала. Тем лучше, что он снаружи. Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. А ну выйди и взгляни мне в глаза! Даже не думайте выходить! Слышь ты, педрила! Палить в меня нахрен удумал! Хорош прятаться! Надо прогнать его. Нам конец, если тварь его услышит. Ах ты, чтоб тебе... Тебе пытался помочь. Полегче, я же... Я хочу помочь. Видели эту тварь? Чего ты несешь? Ничего тут нету! Эта тварь убила нашу подругу. Ладно. Расскажи мне об этом. Что-то погнался, да. Печаль, страх, печаль. Все произошло так быстро. Только что она была рядом с нами, а потом она внезапно исчезла. Навсегда. Вот это мне знакомо. Жди здесь. Понял? Что вы собрались делать? Найду помощь. Не понял, а как он ее не видел? Эта мерзкая тварь играет с нами. Мы бросили старика. Почему эти твари, чем бы они ни были, преследуют нас? Если б я знал, может, это помогло бы их остановить? Потому что вы похожи на тех ребят с прошлого. Профессор! Эндрю! Че ты орешь? Это я. Следующий. Вы стояли в пяти метрах. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Началось. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. О, прикольно. А что это такое? Эта тварь все еще здесь. Это не эта тварь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Непонятно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Непонятно, то ли она хочет помочь, то ли она хочет их убить. Может, ей просто надоело уже, понимаешь? Может, ей надоело уже быть с этим призраком, или, я не знаю, даже с дьяволом, что ли. И она хочет завершить это все. Наверх? На крышу? Часовня. Колокольня. Малая, ты тут? Сейчас испугает, да? С окна. Ух ты, еб твою медь. Это ж типа два брата. Ну, в прошлом. Ах, чтоб тебя. Василиса. Аж дернулась в груди, сука. Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех, спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя, но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не тронут. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Аврааму. Он твой опекун.
Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Мой час настал. Нет! Не понял. Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Тихо, тихо. Сейчас что-то будет, да? Что нажать? Ничего нажать. В прошлый раз он тоже так погиб. Один в один. Ту девку повесили. И она повесилась на этом самом, на своем воротничке, не воротнике, как он называется. Фартухе, не знаю. Этот погиб таким же самым образом. И видение было у нас с картинки, что проткнут спысом. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Тейлор, колокольня. 2:00, 28 мая. Так, сочувствие. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Добро пожаловать в клуб. Нет, давай так вот. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Суды над ведьмами. Они ненормальные. Парня убили ни за что. Согласна, это полная жесть. Видна система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Увидишь смерть двойника, ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Лучше знать заранее, что тебя ждет. Да ну на. Вон оно! То, что нас преследует! Скорей! Как это возможно? Не, ну я понимаю, что типа это призрак и все такое. Но так летать... Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Пройти. Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Ладно, давай так. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Ну, пока, мисс, по крайней мере. Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Выбора нет. Надо выживать любой ценой. Нам надо бежать, пока можно. Здесь мы в ловушке. С вами никто не согласен. Остаться здесь — решение большинства. Нельзя нам разделяться. Вы же помните про Анжелу. Окей, ладно. Но мне все это не очень. Там окно открыто, если что. Так, навскидку. Откуда там вообще свет? Зашибись, на другие выходы. Найти другие выходы. Держитесь вместе. Лучше вместе. Ну и в пене разделяться. Каждый раз как не разделите, как это жопа. Давай. Взмахивай рукой. Шух. Ну, пожалуй, шо. Это пиздец, а не место. Вау. Этот священник — копия стрёмного проповедника. О, ДСП. А зачем так это сам материться? Не пойму. Ну, что в этом? Тут дыры. Везде дыры, как будто прострелы какие-то были. Реально, как будто стреляли что-то, слышишь? Их вроде много. Них. Шикарно. Ля. Слышите? Зеркало. Идем, ой, стекло есть? Стекло. Нет, стекло нет. Стекло есть. Стекло нет. Стекло есть. Стекло нет. Стекло есть. Ладно, так дальше. Что у нас тут? Это ведьмы, типа. Давай, вытирай. Шух. Шух. И что это? Пастыры Little Hope.
А кто последний? Джон Керриер. Ах ты, падла, это с тебя все началось. Какой нахер выход, тут ничего нету. Шо там? Есть что-нибудь? Надо к окнам подходить. Или не надо? Ой. Ух ты, а вот и спейс. Мать твою за ногу. Еще кто-то есть, да? За кого бежать тебе? Был видос, вернее, фотка. Ой, картинка вот этого чувака, чтобы его вот штрекнуть. Ни хрена себе. Только давай не стреляй, да? Противостоять, сбежать. Нет, надо противостоять. По-другому никак. По-другому реально никак. Я тебе отвечаю. Просто никак. А я ж нажал, я ж успел. Ну давай, уродец! Ой, вы красава. Красава, Джон. Только фишка в том, что мы разделились. Блин, висельник, да еще? Где и туман, ты? И туман. Тейлор, ну уже! Отзовитесь! Надо действовать, что делать? Надо действовать. Надо действовать быстро. Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Бля, прикольные переходы. А вот про Тейлор мы... профукали момент. Тейлор. Не видели видосика. Я не знаю, что делать. Это ты? Ни хрена не вижу. Пойти направо, пойти налево. Блин. Пошли направо. Это ты? Я здесь. Тейлор! Повезло, да? Как же я рад вас видеть. Да, ну на. Открыт дополнительный материал. Мы еще не спаслись. Интересно. Это что за дополнительный материал? Дайте отдохнуть. Ну да, старичок уже. Как-никак. Не останавливайтесь. Идем. Постой. Он устал. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Я же говорю, надо держаться вместе. Я же вам говорю, все вместе мы спасемся. Так же, как Анжела, да? Ладно. Так прикол в том, что они все что вместе были. Что будем делать? Я не знаю. Ой, я забыл время затечь. Надо немного отдохнуть. Отдохнул, да, походу, дреманул. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Мы в ловушке. Надо остановить девочку, наверное. Или нет? Нет, девочки, туман что-то окружил хочет. Нас.
мы не пройдем. Девочка, нельзя, хочешь что-то сидеть. Показать? Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри, ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее, это хороший план. Без разницы, походу, да, что я выбираю? Вы все равно будете выбирать, ну, придете к этому же самому эпизоду. А что какой-то дополнительный, что-то там дополнительно открылось. А что это закрыто? Агрессия закрыта. Это... Что это все закрыто, не понял. Вот этот видос. Мы прошли, это хорошо, висеница. Один профукал, блин. Ужасно. Это просто ужасно. А вторая девочка, которая от нас убегает. Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Мне кажется, ей просто надоело. Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Не понял, что значит конец. Мэри само зло, мы должны попытаться. Попытаемся. Отчаиваться ради нельзя. Ради всех остальных и ради себя. Да. Мэри, ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. О, ё-моё, началось. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. Может, не надо? Будет много звука. Нет. Случай со стариком вас ничему не научил? Уберите его. На сей раз это не старик. Там что-то другое. Да, Анжела. Я тебе говорю, это Анжела. Не надо. Нет. Не надо. Нет. Не надо, не стреляй. Да, Анжела, она просто слепая, не видит. А ну убери эту штуку от меня подальше. Вот именно, козел. Анжела! Боже. Я думал, больше вас не увижу. Я был уверен, что вы... Хер там. Погибли. Нормально, дёру дала. Мы думали... Ты... Как хорошо, что вы живы. 5 из 5. Вы меня засмущали. Но спасибо. Пока, мисс. А ты молоток. Да. Посмотрим, что будет дальше. Железная леди. Вся группа снова в сборе. В предыдущей игре всех я профукал. Молодцы. 2 только осталось. Ну, это было совсем. 6. Они нас нашли. Предыдущая была тяжелее. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Да, чуть-чуть полегче. Идем. В плане выбора. Предыдущие были кнопки. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. Это была жесть. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков? Ничего? Это ваши сны. Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. О, цепи. Зашибись. Это теперь будут все они за одними бегать, да? Интересно, если бы погибали бы, они ходили бы за ними дальше или нет? Вот это вопрос. Но исследовать я его не хочу. Помогу спуститься. Ёпта. Бежим! Охренеть. Да подожди ты! Стойте! Опять разделились, Эндрю, да? Эндрю, подождите! Да чтоб вас.
Зачем вы разделяетесь? Ну ёпарасете. Профессор! Анжела, вы где? Ай, зашибись. Карамба. 4 часа Дэниел. Ночи. Тейлор! Тихо, тихо, не спотыкайся. Без резких движений. Может, не надо? Я тебя предупредил. Ребят! Такие быстрые появляются, как эти самые. О, музяка. Охренеть, они все здесь. Пистолет, пистолет. Спасти, спасти. Давай сердцем подумаем. Ай-яй-яй, ему торба, да? Язык. Я так, я ж... Блять! Я ж успел. Алло. На. А теперь ты, Эра, быстрее, быстрее давай. Ты задолбала, ну, честное слово. Офигеть. Это было близко. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. Не говори. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Опять? Да что вас нафиг? А, вот он, это дерево. Да-да-да. Ага, так не посмотришь, ладно. Лучше победить всё. Себя, не посмотреть. Чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Все-таки это, значит, ключ девочка. Но она не демон. Все. Да? Она хочет освободиться от этого. Может оказаться не тем, чем кажется. Да, девочка хочет, значит, три освободиться. Три казни. Три терзаемых создания. Пока что все ваши студенты избежали адских мук. Эндрю не умрет. Вечного страдания. Он же живой остался. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? А Джон сгорит. Что-то злое к нам спешит. Джон сгорит, Джон задохнется. Эндрю, тропинка. Тропинка. Тропинка, тропинка. Надо остановить девчонку. Подожди, а как посмотреть? Подожди. Коллекции. Правильно? Или нет? Текущий задание. Это понятно. Коллекция. Да, Эндрю, Джон. Анджела поднялась. Это самое. Тейлор вообще по самые-самые. Пу-пу-пу. Где? Вот. Вот это, да? Да, вот это оно. Вот оно, вот дерево. Ага, значит, все-таки я правильный выбор сделал. Так бы, походу, профукал его. Будьте начеку. Хирякнуло бы. Лично я надеюсь на то, что никогда ее не увижу. Уверен, а там шо? Она скоро объявится. Звучит как бред, но... Опа, опа, что тут? Вдруг нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти самим? Тварь ничего, да? Меня после смерти двойника. Ничего. Какое-то написание. Ворнинг, опасность, да? Нет, внимание. Ну что, все разваливается? Историческая реконструкция, внимание, неустойчивая конструкция, безопасность. Небезопасно, ясно, я понял. Я понял, туда лучше не ходить, да? Опа, опа-на, опа-на, карточка, да? Да, да-да-да. И поехали.
и повернули, и увидели. Демон прекрасный. Вот, Джон, горящий дом. Подпер. Значит, надо не делать, походу, этого. Демон на пороге. Что ты села тут отдыхать? Да, давай, протирай. Не понял, что с тенью. Могила Мэри. Да ладно. Неизвестно, когда и как она умерла. Мэри Милтон? Из-за ее противоречия... Противоречивой ядрит налево. Роли в судах над ведьмами многие горожане отвернулись от нее. Ее останки похоронены на окраине города. Мэри Милтон. Или как там она? Эч. Так, я так понимаю, этот самый сейчас нам станет веселюхой, да? Веселюха. Светлячки. Светлячки. Это они светятся. Я налево хочу обойти. Это дом. Красивый. Разве нет? Или нет? Какой-то странный. Да, этот самый. Церковник. А не, Эндрю. Немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Угу. Она убивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Умолчишь о подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее зловредных выдумок. Хорошо. Коли суд услышит, я выскажусь. А он тоже, походу, сгорит. Поговорим? На мне чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту, дабы принудить меня к молчанию. Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон. Но мы похожи, и это чертовски странно, согласен. Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь в суде. А Мэри, я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Знаю, как это звучит, но надо выступить. Сказать, что она натворила. Как советует твой друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Ты звезданулся? Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Тогда ты защити друга. Не то. И выступи против нее. Не то, наверное. Обвинения, эти казни, все из-за нее. Не то. Ты должен сказать правду. Ты проклят. Нет. Это знамение дьявола. Не то нажал. Надо было священника. Скорее всего, священник.
Священник — это зло. Надеюсь, этого хватит, чтобы помешать девчонке. Священник спастись. Был с этой самой, с девочкой. Посмотрим. Все, кажется, понятно. Я был неправ. Ну что? Открытый дополнительный материал. Удалось разобраться с Мэри? Священник, нет, да. Даже не видели их. Эх, бляха-муха. Это был священник. Священник плохой. Двойника Эндрю. Он хотел выступить против Мэри. Сказать, что она вредный ребенок, а не охотница на ведьм. Ну так это же отлично. Нет, руководитель священник. Мы видим события, которые произошли сотни как лет ты? Назад. Не очень. Демоны из прошлого? Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Вот чего я не ожидала, это стать частью команды. Мне нравится. Никакого. Со мной это впервые. Да, в точку. Я и сам кое-что сегодня понял. Жаль, Тейлор, нужны были заброшенное ведьмы здание. И призраки. Все серьезно. Нам нужен герой. Нам бы здорово пригодился этот, как его, паладин, воин света. Охренеть! Не знал, что ты в теме ролевок. Ты обо мне многого не знаешь. Я тебя еще удивлю. Увидишь. Пора двигать. Да, ёшкин матрёшкин, как ты не отстанешь от неё? Помоги! А, максимально быстро нажимаю. Пошла ты в задницу. Дэниел! Сколько можно? Тейлор? Да как так? Где ты? Ты ж тут была. Это ты? Вашу мамашу. А, она. Повезло. Держись! Ни в коем случае! Не отпускай! Беги, помоги, помоги. Помоги! Не отпускай! Я не отпущу! Да ну на. Шутите, решу. Наску. Куси, куси, падлу. Да блин, втащите ей что-нибудь, чем-нибудь, я не знаю. Куда ты? Твою мать. Почалось. Найдет, да, походу? Надо двигать, окей? Это что, блядь, такое? Я офигею, какой насыщенный пошел сюжет. Охренеть просто. Пойдем туда. Дэниел. Выйдем, наконец, из проклятого леса. Заброшенное здание. Обсудим. Подожди, так было где-то здание должно быть, не? Опять свой фонарик с этой Савит, не Савит, а своего, с Авроры достал. Шо там написано? Опять символ какой-то. Это походу девочка оставляет. Наша любительница порисовать. Неудобно тогда зажимать на правую мышь, чтобы повернуть. Ну это бред какой-то. А так не двигается. Че за херня? А вот и здание, да? Великолепно.
что там было с этой тварью. Ей конец? Да, ну да. Не знаю. Какой-то пиздец. Вот ты, ёлки, опять что начинается. Думаешь? Похоже, она хотела утащить меня поглубже в лес. Думать не хочу, чтобы она там со мной сделала. Будем надеяться, Мэри тоже так исчезнет. Но это не Мэри. Это этот самый. Какой есть выход? Надо поговорить с судьей. Надо, чтобы твой двойник настучал судье на Мэри. Только так мы ее остановим и останемся в живых. Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас только один шанс, переиграть не получится. Так что я готова сделать все необходимое. Идем, оглядимся. Скорее всего, судья это, понимаешь? Судья и все, хоть ты тресни. Вот, ну, судья это. Этот козел. О, еще карточка. Фига себе, да ладно. Так часто? Ого. А вот этого я не ожидал. Я думал, он сгорит. Там бумажки умаляются внизу. Значит, есть какой-то момент. Не очень-таки хороший. Надо опасаться. А чего опасаться? Там просто башку ему скрутили и все. Чего тут опасаться? Тут как бы, ну я понимаю, там дом, здание, туда-сюда. Наверное, походу, надо не закрывать, чтобы сбежать. Мэр сообщает о земельной сделке. Он продал землю? Эскалация протестов. Скотина. Землю продал. Нехотник. Так, тут ничего нету интересного. И мне туда как бы и не хочется. Опля. А мэр-то у нас похож на этого самого. 666. Ха-ха-ха. Карвера у мэра. За наше будущее. Благополучие. Сэмюэл Карвер. Он очень сильно что-то похож на священника. Походу надо не закрывать. Наверное, не будем закрывать. Потому что если закроем, получим минус труп. Так, это вход. Мы везде все посмотрели, да? Да, все посмотрели. Смотрите-ка! Ты орешь. Он может быть опасен. Да я не сказал. Он понимает, в какой мы передряге. Ну уже, внутрь! А в чем прикол? Там же чувак, он вас видит прекрасно. Где-то должен быть еще этот сам, водила. Водилу так и не нашли. Здесь давно никого не было. Ёлки-палки, это ж надо было так. Вот мой черед предстать перед судьей. Ужас обуял меня. Я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истинно, что ложно. Добром это не обернется. Это не девочка. Его это судья. Слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Авраам и Джозеф союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла.
немногим достало бы мужества. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опорочить. Ее бесстрашие несомненно. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Блин, я запутался. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов я, да? взять на себя Все. Ответственность за дитя. Это он. Если суд так решит. Вот он, дьявол. Прежде суд выслушает слова Авраама. Козел. И затем решит судьбу это девочки. Он. Вот это судья, козел. Тьфу ты, судья. Авраам. Этот черт. Священник. Это он. Я не ведаю, как поступить. Совесть велит мне выступить против Мэри, но сердце противится такому деянию. Нет, это не Мэри. Нет. Тяжело. Тяжело, понимаю. Для любого. Мэри просто ребенок. Нет, это не Мэри, это судья. Фу-ту, блядь, ёпта. Суд готов выслушать твои слова. Это этот. Какой нахер судья, юноша. Священник? Смелей! Священник, нет. Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл Меня Хоу. Не занимают истории и слухи. Где Чёрт. Вы, юноша? Профукали, да, Мэри момент? Мэри призналась мне, что все ее обвинения напрасны. Дитя ничего того не видело. Нет ни колдовства, никаких да, фамильяров да. или дьяволов. Это то были священник. Лишь плоды ребяческих фантазий. Священник. Ты сознаешь серьезность своих речей? Да, священник, он говорил. Сознаю, судья. Хорошо. Теперь иди. Мэри со мной останется? Ввиду твоих слов, полагаю, Мэри лучше сменить приют. Нет. Преподобный Карвар станет ее опекуном Нет. по приказу суда. Нет. Твою налево, как так-то? Я не хотел такого. Рассказывайте. Вы видели двойника Эндрю? Да, видели. Он сказал судье, что Мэри все придумала. Черт. Все ее слова — ложь. И что? Ее отправят за решетку за все ее вранье? Не уверен в своем выборе. Но мы хотя бы знаем, что можем на что-то влиять. Это ведь хорошо, да? Что думаешь? На что ты будешь влиять? Ладно. Все было, как он сказал. Я не понимаю. Вот просто не понимаю. Я, ну... Да твою Что налево. За хрень? Нам пора. Идемте скорее. Да сколько можно? Так, не свети мне фонариком в глаза, хорош. И так ослепну. На этом мы закончим эту серию. Я, естественно, буду сейчас продолжать сразу играть другую. Не буду тянуть кота за хвост. Поэтому подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока, счастливо, здоровья, добра и счастья. И чистого неба над головой. Всем удачи.